Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Растения против зомби-героя. Так, конец сезона через 3 дня 16 часов. Так, ребят, ну а у нас задание: нанесите 21 урона героям-бабахам, разыграйте 3 ореха и повысите силу 3 растениям. Вот это я, наверное, поменяю. Дай мне соточку, а? Задание на соточку я хочу. Переместить союзника на другую линию. Блин, не выпадает уже сколько времени, ребят. Ладно, поехали. Короче, нам нужно нанести 20 урона героям-бабахам. То есть это наш бабах, картофан. Дай-ка я гляну, что там у нас за картофан такой. Вот такой, ребят, у нас картофан. Вот сюда бы вот этого тогда поставить, по идее-то, да? Ладно, фиг с ним. Попробуем. Какая-то колода, ребята, старая-старая. Я за бабаха давно уже не играл. Интересная колода, конечно. Необычная немножко. Так, мы против великануса опять же воюем. Ну, давай так, наверное, начнем. Ландшафт, ну, в принципе, ландшафт неплохой, но... Удар. Солнечный удар. О, ну ему повезло, ребят. Ему повезло больше, чем мне. Он сразу удешевляет себе карты. Он сразу себе удешевляет карты. Такой орех с усами, усатый орех. Так, плюс берет еще дополнительную энергию. Угу. Так. Допустим. Блин, прикинь. Говнюку повезло, он же уничтожит его сейчас. Так, я не знаю, ребята, где там кто у него и что может быть. Уничтожу я, наверное, вот здесь. Что сделать-то? Давай так поставим. Четыре, три. Блин, много в лицо получу сейчас, ребята, урона. Да ты заколебал ты, господи, а? Ну и что прикажешь делать? Давай так попробуем, я не знаю, ребят, что еще можно здесь сделать. Три и четыре. Семь.
А вот теперь думать, что мне сделать. Смотрим, что он тут сделает. Ты посмотри, а? Чертополох несчастный. Все, ребят, по-моему, проиграли мы. О! Фортуна лотерея. Стража, конечно же, стража, друзья мои, стоят. И надеемся, что у него нет бомбочки. Так, осьминожка, да? Слушай, ребята, что, 3, 2, 5? 5. Ну что, сразу влупим или как? Он мне не дал 20 единиц урона нанести, друзья. Я хотел ему сейчас фруктовым миксом 3, и здесь двоечка, и все, ребята, и он бы тут распластался бы. Не дал. Не дал. Ну ладно. Погнали дальше. Но начинал он, конечно, круто. Я думал, что все, ребята, мне не выкарабкаться. Но кое-как бабах-то настоял свою честь. Ну, давай так попробуем. Давай попробуем так. Кто там у него, интересно, был? Сумоист. Ну давай так сделаем. Не сумоист, ребята. Я думаю, будет сумоист. Ладно, хорошо. Но он ему как ком в горле, да, сейчас будет мешаться. Ох, он ему будет мешаться, ребята. Ну, давай я сделаю, наверное, вот так. Делает рикошет. Ну, понятное дело, что он его отрикошетит, наверное. Может быть, этого отрикошетит. Сейчас посмотрим, что он сделает. Я бы вот этого убирал бы. Так, ну что, дальше нам... А что нам дальше делать? Блин, где у меня эти, ребята? Я бы поставил бы вот этого и кактус. Но кактуса нет у меня пока. Вот в чем беда-то. Давай сделаем так. Так. И, наверное... И, наверное, вот так. Thank you.
Зачем ты туда-то, ну? Угу. Два и три, это пять в лицо. Очень, блин, приятно, ладно. Ну, он откинет, ребят, кого-нибудь. Кого только, я не знаю. А кого он выкинуть собрался? Ох, ребята, плачет по нему моя кукуруза. Ох, плачет по нему, а. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну давай, перемещай. Так, ну что теперь? Стража поставим, да? Поставим стража. А если у него рикошетник там есть? Друзья мои. А если у него там есть рикошетник? Смотрим. Заморозка. Угу. Заморозочка у него, да, значит? Прекрасно. Ставим так. Ну, понятно, сейчас начнется вот это выкаблучничество. И вот так. Ну, понятно, что блок. С этим ничего не сделаешь. Итак, сделаем. Mm-hmm.
До свидания, да, дядя? Ну, бабах, ну ты даешь. Ладно, повезло. Два задания, ребята. То есть 20 этих получаем себе, 20 самоцветов. И теперь нам нужно переместить союзника на другую линию. Переместить союзника на другую линию может, знаешь кто? Может Орех. У него, друзья мои, есть такая штука, называется пузырь. И за счет пузыря мы, конечно же, можем союзника переместить в другую сторону. Только вот я, болван, не посмотрел, какая колода у меня здесь. Колода на хилах, понял. Кстати, вот такая вот неплохая комбинация, ребят, когда два этих, то есть... То есть... Как тебе объяснить-то? Начинает прокачиваться. Понятное дело. Прочерки. Так, я пока потерплю, ребят. Давай так поставим. Так, два, три. Угу. Три. Поехали. У него, естественно, телепорт будет. Ты думаешь, что у него телепорта нету, что ли? Должен быть, ребят. Этого пускай прокачивают, ребята. Мне как бы... Ну... Достала уже, мразь. Вот, пошел вирус. Мне нужно что, ребята? Чтобы... Чтобы он прокачался, да? Понятное дело, вирусы колбасят. И у тебя две карты. Так, ну что у нас? Что мы можем сделать? Да нифига, почти не можем сделать. Что-то мне от этого ни холодно, ни жарко. Что-то, друзья мои, мне от этого ни холодно, ни жарко. Он вирусов на... Вирусов сделал же, да, ребят? Сделал вирусов. Сейчас будет клепать их. Один за другим. Оу, даже без этого, ребят, обойдется. А вот теперь вирусы пошли. Мне лечку дадут? Нет, не дадут. Лечку мне не дадут.
Что сделать? Да тут что не делай, блин. Никак, ребят, не получается. Что этого говнюка вали. Никак. Просто никак. У него есть вирусы, я же знаю, что вирусы есть, ребят. Он опять за свое, а. Мне не хватило буквально немножко, ребят, чтобы вот этого наказать. Вот это вот, вот это вот ботанку, блин. Три ботанки у него выпало, понимаешь? Три. Сразу же. У меня, блин, хилов практически не было. Так, хорошо. Мы с тобой должны переместить. Мы не переместили. Я так понимаю, у этого ореха не было бомбы. Да? Может быть, я рано использовал вот этот, ребят. Хотя, если бы я вот этот не использовал, звездюлин получал бы этом конкретно. Ну что вот мне толку вот от них, если, блин, нету некого прокачивать, блин. Нечего прокачивать и некого, блин. Крокодил. Он не спешит, я не спешу. Нет, был грипп, ребята, у него был. Есть у него бомба? Да должна быть ракета у него. Он делает шаманство. Значит, на заклинашках, друзья мои. Наверное, его прокачивать, я понимаю, да? Это говорит только в одном, ребята. Он собирается... О, вирус. Это что будет хилять? Нет, он хиляет себя. Ну что, если я вот так вот сделаю, ребят, на свой страх и риск. Посмотрим. Валун, может быть, вполне. Угу. Размещает астронавта. Ну все на заклинашке тут, ребят. Идет на заклинашки. Если он будет их прокачивать, друзья мои, через бомбу, конечно, через бомбу, но... Вот он пузырь, друзья мои, пузырь есть. Ну что, поехали. 2, 2, 3, 7, да? Ха-ха.
Так, что нам сделать-то? Сейчас мы смотрим, что он будет делать. Тратит. Шаманит. Усиляет. Так, сейчас будем смотреть. Ну, это, ребята, честно говоря, не в тему вообще. Все у него заклинание, блин. Тьма тьмущая, нахапал гнида, а? Дайте мне еще хил, блин. Лаборантишка у тебя там был, да? Вытягивает. Сейчас, ребята, 15 в лицо ему прилетит. Ребят, ну лаборанту крышка, ребята. Я сейчас хильнусь, надеюсь. В плане не сработал этот, блин. Друзья мои, придется бомбить. Ты запарил ты со своим вирусом, блин. И сейчас ему в блок, блин, как всегда, друзья мои. У него валун, блин. У меня больше карт нет, у него валун, твою налево. Ну, ладно, это еще как-нибудь переживем, я думаю, да? Единственное, что, ребят, сейчас в лицо, конечно... Блок у него сработает. Ну, мне что выпадет?
мне, друзья, как всегда, Фуфляндия выпадает. Шесть и шесть, 12. Посмотри, сколько он карт, ребята, хапает, а? Девять и шесть, 15. Блок у меня явно не сработает. Ай, ребята, блин, ну это трэш. Шесть и шесть, 12. Да, это хана, ребят, по-моему. Угу. Ну мы переместили. Мы переместили. Давай его обломаем. Чтобы он не радовался. Все, друзья. Так, ну что, 850 алмазов. Еще нужно 150, блин, накопать как-то. Как-то. Создать им хострела. А что, ребят, за мхострел? Так, утилизирует 7 карт. Ну-ка. Мхострел, да? Мхострел. Ну? Это не считается, что ли? Нужно именно его создать? Нажмите на него в коллекции. Так, мхострел. Это нужно, блин, именно его создать, друзья мои, все-таки. Никогда это почему-то вот эту. Что за издевательство-то? Я нажимаю один раз, почему? Ну, создал. Вот, закрутилось. То есть задание выполнено. Фига там у нас приглашений. Так, мхострел должен нанести 3 бонусных 3 бонусных атаки. Повысить силу выгульщика собак до 5 единиц. Блин, это проблематично будет прям до 3 единиц. Мхострел должен нанести 3 бонусных атаки. Давай попробуем сыграть. За капитана Огонька. Значит, мхострел должен нанести 3 бонусных атаки. У нас что-нибудь с бонусами вообще есть? У нас есть бонус на так, но... Ну, давай попробуем. 3 бонусных атаки. То есть, получается, не имеет значения, попасть, не попасть, он просто их должен сделать, да? Это нам его надо выставить и, соответственно, применять заклинание. Только в этом случае у нас что-то может... А вот это барахло зачем мне здесь нужно? Вот это-то барахло зачем здесь мне нужно, а? Вот этого мне не ясно. Ну что у него? У него будут камни наверняка, друзья мои.
Мне так кажется. Опять ботанку свою ждет там. Не дождется. Давай так поставлю. Еще творит. Мы можем этого заклепать. Если я сейчас поставлю этого, например, и банан сюда перемещу, да? Логично будет? Я думаю, будет логично. Что дальше-то делать, по-моему? Давай так попробуем. Но 7 в лицо ему не пробью. Скорее всего, у него станет блок. Скорее всего, ребят. Нет, блока не было. Блока не было. Так, ну если я сделаю таким вот образом. Плюс вот так и... И вот так. Смотри, вы восстанавливаете здоровье себе, а? Ну, сейчас ему крышка, ребят, будет. Я думаю, он это понимает. Если, конечно, он... он не сможет уничтожить, потому что этот под защитой ему... Ну, все, тут хана. Все равно хана.
свидания. Ну, у нас комочек сделал 3 бонусных атаки-то, я думаю, что, по-моему, он даже больше сделал. Чуть ли не 5 атак. Да, ребят, 200 энергии я получаю. Выиграйте 3 многопользовательские игры Капитаном Огоньком. Это нас ждет, наверное, в следующей серии, ребята. Потому что сейчас я не уверен, что мы сможем с тобой выиграть 3 битвы. Хоть и хочется, но давай мы это сделаем уже в следующей серии. Так что, друзья мои, на сегодня все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.